Всем привет, дорогие подписчики и гости канала! В этом видео я показываю рецепт приготовления булочек из творога со смородиной. Приятного просмотра! Для приготовления булочек понадобится 10 штук фиников. Удалить из фиников косточки. Добавить к финикам одно куриное яйцо. Взбить финики с яйцом в пастообразное состояние. Соединить финиковую пасту с 5% творогом массой 500 грамм. Также добавить к творогу 100 грамм цельнозерновой пшеничной муки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Вымешать все руками, стараясь размять хорошо творог. Можно также заранее измельчить творог погружным блендером. Застелить форму для запекания пергаментной бумагой. Смазать бумагу растительным маслом, если у вас пергамент не промасленный, как у меня. Для формирования булочек нужно взять 100 грамм творожной массы, скатать в шарик и расплющить. Положить в центр творожного теста чайную ложку смородины. Придавить лучше всего чайной ложкой смородину вглубь, а не как я пальцами, иначе булочка покрасится. Из всей творожной массы получается 7 булочек. Посыпать каждую булочку кунжутом. Выпекать булочки 30 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Готовые булочки получаются вкусными и очень нежными. Настолько нежными, что доставать из противня их нужно очень аккуратно, чтобы они не порвались. Благодарю за просмотр данного видео. Поставьте лайк, подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!